как вам темно-красная палитра? Зачет? Зачет. Даунскан такой лихой. Супер. Вот. А вот эта вот фигня в этом самом, типа в оранжевой палитре. Чуть-чуть надо разбавить. Но она где-то перекликается с луриком. Надо с ней немножко потренироваться. Чуть-чуть ее притемнить. Только надо подумать, чем. Ладно, яркостью притемнить. Так как у меня уже стоит 83. Вот так вот. Да. Притемнить. Ну, конечно, хорошо высвечивает. Ну, тогда 20 метров все. Привет. Ну, где-то вот так вот. Да. Тогда что-то уже оно там и типа подсвечивает на этой палитре. Ну, будем говорить, похоже сильно на LSS-2. Вот так вот если сделать. Очень даже похожее изображение. Ну, да, палитра, конечно, такая интересная. А называется она оранжевая. Так вот, это вот оранжевая с яркостью. Все же таки я бы сделал вот так, все-таки повеселее. Вот что-то уже выделяется. 75, да? Вот. И контрастность по умолчанию, потому что когда только делаешь меньше, она вообще такая не сочная. Ну ладно, сейчас мы еще 75, контрастность по умолчанию. Едем на даунскан. Выбираем тоже по умолчанию. Яркость ставим такую же 70. Ой, извините меня, 75. Так, и меняем палитру, ставим оранжевый. Угу. Точно оранжевый. Может, он не оранжевый у меня был. А че он тут оранжевый такой? Тут реально оранжевый. Красотища. Назад к бумажке. Тю. Еще разок. А тут что у нас стоит? Как называется? Идем в меню, настройки, вид, цветовая схема, оранжевый. А у меня стоял не оранжевый, у меня стоял, а какой? Красно-оранжевый. Семен Семенович, я что-то как-то так это, вот видите, какая фишка. Вот чешем вот сюда, вид, цветовая схема и красно-оранжевый. Вот она какая. Все, вот они. Ну что, зачет. Еще можно даже тут яркости и поубавить. Или контрастности. Лучше яркости. Так хорошо видно. Готово. Смотрите, как ничего. Угу. Ну и там, видать, все. Ну, нормальная палитра. Это получается у нас красно-оранжевая. Птички тут вот гурьбой ходят. Все мелкое. На дне тоже что-то мелкое там бродит. Тут надо бы сделать вот так, чтобы не видно. Здорово, все на экране, тык-тык-тык-тык, ничего делать не надо. Ни ручек, ни ножек, ни кнопок, ни фига.
зачет вообще. Отлично понаделают эти. И то мне. Вот смотрите, какая зачетная коряга. Такая себе палка. И возле нее еще чего-то там. А, ну это мы проходили сбоку. Я что-то думал, что это сети какие-то. Это какое-то нагромождение. В общем, не трудно сказать, что это такое. Что я буду придумывать? Просто посмотрим. Оно как бы ничего выглядит. Да, спасибо. Мы сейчас вернем сюда и тут еще увидим, может быть, хвост вот этого всего. Ну, в общем, вот эта палитра красно-оранжевая. Да. Осталось мне еще попробовать, наверное, темно-изумрудную. Глаза выедает, но что-то в ней есть. Тут тоже что-то есть. Ладно, вот сейчас проходим опять перспективному месту, и я переключаюсь на зеленую палитру и отдельно уже сниму с ней.